Проверка прибора перед отправкой на работоспособность. Вот наша Припять меряет естественный фон. Вот здесь в норме, не превышает 30 микрорентген в час. Вот. Звук вверху включается, включается. Выключим прибор, включаем. Это естественный фон. Включаем звук. Так, со снятой крышкой снимаем крышку и проверяем. Вот, ну, естественный фон, вот 15-17, можно поставить вот время больше, будет вверх, будет более точно, но медленно будут меняться показания. Здесь быстро меняется, но погрешность более высокая. Вот, проверяем на медальоне. Вот, снятый бета-фильтр. Видим, как показания и щелчки увеличиваются. Источник обнаружен. Убираю. Все замолчал. Молчит, показания падают. И щелчки слышим, это естественного фона, которые влетают. Все, вот к фоновым показаниям падает. Крона уже садится немножко, ее желательно позже заменить, когда вообще сядет. Вот. Когда садится крона, то он не совсем корректно работает. Иногда, ну, более медленно работает, отображает цифры. Потому крону всегда, кстати, их заряжать можно, зарядки есть для крон. Лучше подзарядить, и чтобы крона была всегда 9 вольт. Вот, проверяется на кроне 4,5 вольта. Вот, маловато реально. Вот, зажимаете вот эту кнопку. Вот, значок слева аккумулятора, справа вольтажа 4,49 вольта. Это мало. Ну, ничего, замените крону, на 11 гривен стоит в любой прессе, в любом супермаркете. И на розетке купите бесплатную доставку, 11 гривен. Интернет-магазин «Розетка». Все, звук можно выключить вверху, полностью включаем прибор внизу. Крышка одевается, вот этот вверху язычок целенький. Вот, защелкнули, и здесь нижний ходит туго, но это хорошо, потому что он сам, можно маслом капнуть, смастить. Лучше туже, чем будет болтаться, чтобы сама крышка не вылетала. А когда туго, так как здесь, то это хорошо.